Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертов, команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертов, команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертов, команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертов, команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертов, команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертов, команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертов, команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертов, команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертов, команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертов, команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство.
Нужно забивать и выходить вперед! Как же так он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертав команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертав команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертав команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Нужно забивать и выходить вперед! Как же так он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Нет. Сегодня ваши комментаторы Георгий Чертав команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши.